Снимаем, смотрим, что это такое здесь вообще происходит-то. Вот. А это тут, походу, летняя эстрада, что ли, была. А, это ж танцплощадка, блин. Это танцплощадка. Здесь еще могли разные выступления делать, потому что с этой стороны стенки, стой, там этот, я здесь посидеть. Я говорю, это танцплощадка была. А, ну вот, вот, да. Здесь, скорее всего, деревяшечки были прибиты. Вот, и вот так вот сидел здесь народ. Вот. Приходили сюда старухи, которым по 23 года. Вот. И дрыгались. Ставили здесь сумочку и такие чак-чак-чак-чак-чак-чак-чак. Да. Во, против войны кто-то. 2018. Ну, вот. А что у нас здесь? А здесь у нас сидел диджей, да? Диджей. А, слушай, а возможно, что здесь проводили тайные обряды, к примеру. Могут вызывать всяких духов, духа сантехника, к примеру. А, дух сантехника, выйди рядом, да? Из зада. Из зада, да? Это, дух сантехника, выйди из зада. Смотря из чего. Ну, чей зад. А, тут надо обязательно сказать, чей зад. Он же не один из сантехник. Не, ну, а прикинь, вот, допустим, ну, там, какая-нибудь Маша пришла. И это, дух сантехника, выйди, пожалуйста, из Машиного зада. Из зада. Из зада, из зада. Из зада или из ада? Из ада. Из зада. И Маша такая заплакала. Ой, не надо. Мне больно. Больно, мне больно. Залази нахрен обратно. Нужно почувство вторую боль. А он уже с монтажкой вылез и с этим, как его, с вантусом. Вот. И такой, ну блин, вы определитесь вообще это, туда-сюда там, блин. Мне уже так надоело тут по говну лазить. О, грибы. О, гриб. Кстати, блин, это ж подосиновик. Настоящий? Да. Хороший причем. А он почему-то не подосиновик лежит. Значит, подъельник. А, это под танцплощадник. Под сантехник. А дорожка была. Здесь все культурно приходили, короче. Вот, и это, танцы-шманцы устраивали. И причем, видишь, на таком, на большом расстоянии, чтобы музыкой, ну, это, не портить народ. Типа там, о, они танцуют, нам мешают отдыхать.